Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом, мягкий тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На ярмарке меда спасики пчеловодов Михайловых представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречиха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не котский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стрючковый, они его называют, то вот он выделяет около там 100-150 килограмм с гектара. Качество меда спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой фере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать. Главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1000 рублей. Не пропустите. Ярмарка меда спасики пчеловодов Михайловых работает в торговом центре «Галактика» с 16 по 18 февраля с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон +7 927 064 13 90.